Рецепт приготовления печенья с черной шоколадной и белой сахарной глазурью. По этому рецепту вы получите около 20 очень крупных или 60 штук печенья среднего размера. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Разогреть духовку до 190 градусов, сбрызнуть 2 противня маслом и выстелить пергаментной бумагой. В большой миске взбить миксером сахар и сливочное масло, добавить яйца, молоко, ванильный экстракт и лимонный сок, перемешать до однородной массы, в средней миске смешать муку, разрыхлить или соль, постепенно добавить мучную смесь в яичную массу, хорошо перемешивая после каждого добавления. 2. С помощью ложки вяложить горки теста на противне на расстоянии 5 см друг от друга, выпекать до коричневого цвета краев, 18-20 минут, остудить. 3. Вскипятить чашку воды, в небольшой кастрюле, высыпать сахарную пудру в большую миску, добавить достаточное количество кипятка, чтобы получилась густая вязкая смесь, перемешать. 4. Оставшуюся глазурь вылить в кастрюлю с оставшейся водой и довести до кипения на медленном огне, добавить шоколад и перемешать, пока не растает, а затем кукурузный сироп. В этот момент вы можете добавить какао в глазурь, чтобы сделать цвет более насыщенным, смазать оставшиеся половинки печенья шоколадной глазурью, хранить в герметичном контейнере в течение нескольких дней. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Несоленое сливочное масло комнатной температуры 1 стакан. Яйца, большие, 4 штуки. Ванильный экстракт, половина чайных ложки. Лимонный сок, четверть чайных ложки. Разрыхлитель, половина чайных ложки. Соль, половина чайных ложки. Вода, треть, половина стакана. Горький шоколад, 90 грамм. Кукурузный сироп, 1 чайная ложка. Несладкое какао, 1-2 столовые ложек, по желанию. Количество порций, 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите снова.